вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть.
Там ветеран войны забаррикадировался у себя дома. Соседи слышали выстрелы. Узнай, что там случилось, и расскажи мне, окей? Сейчас вышлю подробности. Thank you.
Можно завести лошадь прямо в воду, но пить ее не заставишь. Я годами пыталась наладить связь с Ирис Таннер, но она все время отбрыкивалась. Я уж и просила ее, и деньги хорошие обещала, ничего не помогало. Ответ был всегда один – я с фиксерами не работаю. Сегодня она вдруг сменила пластинку. Знаешь почему? Ее похитили духи. Ну, я нос воротить не буду. Может, теперь она наконец со мной подружится. Прочитай подробности. Иди сюда! Прикрываю! Зашиби! Яблочко!
есть. Будешь? Вот это другое дело! Ah!
херню тут страдать. Ты чё, тупой? Пиздуй отсюда! О, ну наконец-то. Ирис Таннер, я пришел тебя вытащить. Они тебя не тронули? Не успели. Пытались убедить по-хорошему. Но аргументы у них были весомые, так что ты очень вовремя. Если бы дошло до дела, я бы не стала геройствовать и сделала все, что они скажут. Надо скорее уходить. Я не могу тут бросить свою тачку. Она в гараже. Этого в договоре не было. Надеюсь, она у тебя быстрая. Нет, в договоре не было. И нет, не сказать, чтобы она быстрая. А давай это будет договор между нами. Награды не обижу. Посмотрим по обстоятельствам. Спасибо за мою тачку. Да не за что. Почему ты раньше не хотела работать на Дакоту? Не люблю я фиксеров. Те же сутенеры, только сфера немного другая. О как. Я хочу сама решать, на кого мне работать и за сколько. А когда работаешь на себя, не нужно отстегивать фиксеру львиную долю своих кровных. Но для Дакоты ты сделала исключение. Надеюсь, первое и последнее.
Чимай, брат. Дакота, как просила. Вот тебе и Ристанар. Сестра. Не свисти, поняла? Я тебе не сестра. Скажи, что мне сделать, и будем в расчете. Ну, вижу, вы найдете общий язык. Спасибо за все, Ви. Надеюсь, и я тебе однажды пригожусь. Только смотри, чтобы она тебе денег не зажала. Хм, Ви не о чем беспокоиться. Спасибо. Приятно иметь с тобой дело. Я слушаю. Расскажи мне о пустошах. Я смотрю, у вас тут никакой движухи. Это ты зря. Надо только открыть глаза и уши. Пустоши — это экосистема. Кочевники, стилеты, корпорации, бродяги. Вместе они образуют единый организм. Убери одно, и баланс нарушится.
Он на меня напал! Прикрываю! Подтвержденное попадание! Наступаем! Последний рывок! Вали его! Цель подбита! Здесь чужой! Сдавайся! У тебя нет шансов сбежать!
В яблочко! Да.
Давай поговорим, как взрослые. Давайте! Он почти подох!
Yeah.